Сегодня можно смело говорить о том, что журналистика стоит в авангарде общественно-политических процессов. Мысль и слово может быть не менее грозным оружием, чем ракеты дальнего действия, на которые так уповают наши недоброжелатели в горячем противостоянии. Силу СМИ нельзя недооценивать, в этом убеждены и мировые лидеры. Другой вопрос, как ее использовать в разрушительных или созидательных целях. И в том, и в другом случае важнейшим инструментом, как ни крути, является пропаганда. Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, и идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили. Не нужно стесняться этих слов и понятий. Или на Западе их нет? Есть. Просто назвали другим словом. Пиар. То есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот и пусть работают с общественным мнением на своей территории. Нас не надо кормить разного рода болтовнёй о якобы независимых СМИ, демократических ценностях. Мы же видим, как они бросают тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей. Примером масса от Соединённых Штатов и Евросоюза до Молдовы, Прибалтики, Украины и Грузии. В нашей стране ставка делается на пропаганду в самом положительном смысле. Хотя некоторые воспринимают это явление как сугубо негативное, но это их право. Так вот, обращение главы государства на форуме журналистов, который прошел в Могилеве, касается всего журналистского сообщества. Уровень региональных средств массовой информации растет. Недавно был форум медийный, в котором принимал участие президент, и там озвучивались цифры, в том числе я их озвучил по поводу интереса, роста интереса к региональным СМИ, в частности, в сети интернет. И это очень показательно. Мы, конечно же, являемся конкурентами. Конкуренция должна быть между средствами массовой информации, потому что это такой двигатель, хороший двигатель прогресса и заставляет нас всех шевелиться, когда кто-то из наших коллег-конкурентов сделал что-то лучшее. Но конкуренция уходит, как только дело начинает касаться безопасности нашего государства, наших национальных интересов. Мы давно так работаем, мы об этом договорились, и мы впредь будем так работать. В единой связке и на качественно новом уровне. Именно так мы будем работать, причем на всех платформах медиапространства. Мы идем к тому, что скоро все смешается, оно уже смешалось. Интернет смешается с телевидением, телевидение с радио, радио с интернетом, потому что радиопроекты выходят в телевизионный эфир, телевизионные проекты. Например, как клуб редакторов можно послушать в радиоэфире. Мы все присутствуем в интернете, и когда говорят, что некоторые, я телевизор не смотрю, человек иногда не подозревает, что в интернете смотрит именно телевизионный продукт. Поэтому вот этот симбиоз, соединение всех платформ, всех сред, это есть, мне кажется, будущее телевидения, радио, интернета. О некоторых аспектах будущего региональной журналистики поговорим с моим собеседником Игорем Владимировичем Гетманом, директором, главным редактором коммунального унитарного информационного предприятия «Брестская областная газета «Заря». Игорь Владимирович, региональная журналистика, ну, можно сказать, всегда находилась в тени. Как говорится, варились мы в собственном соку. В нынешних реалиях положение меняется, как вы думаете, и каково ее место и задачи? Как вы это понимаете? Она действительно была больше вещью в себе, но так уже так быть не может далее. Все-таки нет такого понятия региональной замкнутости, которое было присуще нашим газетам, нашим целым медиа еще буквально пару лет назад. Сегодня уже это просто невозможно. Понимаете, если говорить о региональных наших медиа, все-таки сейчас время меняется довольно быстро, и мы за ним просто обязаны угнаться, потому что иначе мы не будем востребованы. Если говорить о задачах, которые стоят перед медиа, перед СМИ нашими региональными, это, безусловно, первая задача, как я понимаю, все-таки быть востребованными.
быть нужными своему читателю, своему зрителю. Потому что никто, наша особенность – это все-таки та, что мы всегда были ближе к своему зрителю, к своему читателю. Мы его знаем. Он нам может позвонить в любой момент, в любой день, высказать свое мнение, сказать, что ему нравится, что нет. И в этом это наш плюс, по большому счету. То есть да, мы варились, собственно, в соку, но это уже было не так уж и плохо. Все-таки свою часть этого общего информационного пирога мы всегда имели и думаю, что и будем иметь, как бы там ни было. Но все-таки, как вы говорили, времена меняются, и требования меняются, да, и обстановка вокруг нас меняется. И чтобы быть востребованными, мы, наверное, должны уметь реагировать на эту обстановку, даже мимо нас не может пройти то, что происходит вокруг. А мимо нас не проходит. Мы реагируем, и реагируем довольно мобильно. Мы сегодня везде. Ведь уже нельзя сказать, что осталась та традиционная газета, которую мы знали на протяжении десятилетий. Сегодня это... Я даже не могу подобрать слово, каким можно охарактеризовать современное медиа. Потому что мы везде, мы во всех сетях, мы в мессенджерах, мы и остались в печатной версии, потому что это тоже, скажем, часть нашей аудитории не собирается отказываться от печатной газеты. Мы все-таки должны быть везде, повторюсь. Поэтому мы стараемся присутствовать везде, осваивать новое и довольно быстро схватывать. Есть люди, да, которые более консервативны, а есть и те, которые открыты новому. Поэтому разумный баланс находить между ними и между нами, как работниками, мы просто обязаны. А как вы относитесь к пропаганде? Вот вы присутствовали тоже на медиафоруме, да? Как вы относитесь к пропаганде и контрпропаганде, которую просил усилить наш глава государства? На ваш взгляд, мы, региональные СМИ, справимся с этой задачей? Сложный вопрос и сложный ответ. Понимаете, наши оппоненты традиционно нас журналистами не называют. Вы, наверное, тоже на это обратили внимание. Конечно. Для них мы пропагандисты. И для них пропаганда – это что-то более низкопробное, да. Что-то, ну, скажем так, необъективное, что-то такое манипулятивное. А все-таки ведь пропаганда, на самом деле, это, по большому счету, искусство. И на самом деле пропагандист – это журналист высшей марки и высшей пробы. И это и было отмечено на форуме. Потому что, простите, к пропагандисту более высокие требования. Одно дело – подготовить репортаж, а другое дело – подготовить аналитику, которая должна влиять на мировоззрение человека, которая где-то в чем-то поменяет. То есть пропаганда ведь и контрпропаганда – это довольно тонкие жанры. Как бы там ни было, это тонкая работа, потому что мы не делаем выводы за человека, за того, кто потребляет информацию. Мы подводим его к тому, что он должен сам понять, что правы все-таки мы, а не наши оппоненты. Это тонкая интеллектуальная игра. И да, мы должны уметь воспользоваться просчетами наших оппонентов. Даже где-то, может быть, приходить в восторг от их ошибок. Потому что это все-таки, ну, даже не знаю, но это искусство, по большому счету. Искусство пропаганды. Поэтому мне тяжело ответить на вторую часть вопроса. И сможем ли справиться? Потому что задача довольно серьезная. Да. И вероятно всего, что не каждая редакция, не каждая СМИ справится с этой задачей. Кому-то понадобится просто помощь более опытных, более старших товарищей. Вот, даже пример нашего издания. С прошлого года у нас уже появился так называемый холдинг. То есть несколько районных изданий вошли в состав областной газеты. И мы ведь там четко провели границу, что оставляем районной газете, а что берет на себя областная. И областная газета берет именно моменты пропагандистские, моменты контрпропаганды в отношении нашего читателя. Потому что это мы можем сделать, уже не в обиду будет сказано, но это мы сделаем более качественно, более толково, и нам поверят быстрее. Кроме того, если понимаете, пропаганда... Она бывает белая, бывает черная. Мы все-таки сторонники пропаганды белой, пропаганды интеллектуальной, пропаганды, которая опирается только на факты, на правдивые факты. Мы живем в мобильное время. Любая ложь выйдет на поверхность моментально. Не нужно долго ждать. Мы реагируем тоже довольно быстро. И мы развенчиваем так называемые фейки. Это постоянно это часть нашей работы, нашей именно контрпропагандистской работы. Потому что... Но мы не можем, да и нет необходимости опускаться до каких-то моментов. Наши противники все это позволяют. Там нет моральных критериев, каких-то ограничений. Но в то же время и мы не дремлем. Поэтому
информационная война идет, и это никто не скрывает, никто не отрицает. Но мы готовы к этому на региональном уровне? На региональном тоже готовы. Почему нет? Чем мы хуже республики? Чем мы можем и в районах делать прекрасную журналистику, в том числе и политическую. Мы это можем, мы это уже научились, особенно последние годы. Появились новые имена не только на республиканском уровне, но и на региональном. Они узнаваемы, они читаемы, они обсуждаемы. Поэтому задача сложная, конечно, но она, в принципе, нам по силам. Не менее важный акцент был сделан на форуме по поводу критики. Было отмечено, справедливо отмечено журналистами республиканского уровня в том числе, что органы местной власти, а это особенно ощущается именно у нас в регионе, не совсем готовы работать с критикой или даже не совсем хотят работать с критикой. Положение или ситуация в этом отношении изменится, как вы думаете? Надо, чтобы она менялась. Конечно, тот, кого критикуют, конечно, вот ему не будет нравиться, и никогда не нравилось, и никогда не будет нравиться. К этому нужно относиться спокойно. Все-таки это часть нашей работы. Где-то искать какие-то моменты. И все-таки наша работа в том состоит, чтобы все-таки сохранять доверие нашего зрителя и нашего читателя. Часть этого доверия составляет именно наша способность давать критические материалы или критическое видение той или иной проблемы. Поэтому критика лежит во многом в основе доверия к СМИ. И поэтому здесь, скажем, даже те, кто не воспринимает эту критику, им все-таки придется с этим мириться, с этой ситуацией, потому что СМИ другими не будут. Для них не бывает мелких тем, не один раз было сказано. Нет мелкотемья. И в том числе и в критических материалах. Даже та лужа на дороге, которую мы увидели и показали на нее, она тоже вызывает определенную долю доверия к нам. Конечно же. И я бы хотела отметить не только доверие к нам, но и доверие к тем же органам власти, правда же? Безусловно. Когда они своевременно реагируют на эту критику. Безусловно. Наша задача просто вовремя где-то увидеть то, что, может быть, не видит всегда тот же местный орган власти. Подсказать. Да. Но никак не навредить. Так. Правда же? А как мы это можем навредить? Ну, просто некоторые делаем. Именно так и воспринимают. Общее дело делаем. По большому счету, все во имя доверия нашего народа, наших людей. А СМИ все-таки для того и есть, чтобы что-то видеть больше, чем видит рядовой человек. Это наша работа. Место авторской журналистики. Каково оно на региональном уровне? Без авторской журналистики нет журналистики в принципе. Журналист должен иметь желание все-таки высказать именно свою позицию, свое мнение, скажем, в определенных жанрах. Авторская колонка, даже колонка того же, колонка редактора. Все это авторская журналистика. Она востребована, она читаема, она интересна по определению. То есть здесь ты пропускаешь через себя какие-то темы, высказываешь свое мнение, ты резонируешь, пытаешься достучаться к людям как бы через свою позицию. Поэтому без авторской журналистики невозможно существование в принципе средства массовой информации. Авторская журналистика – это своего рода приправа к пресному блюду. Она делает его более острым или более ароматным, если хотите. В моем понимании это так. А здесь какие опасности есть? Ну, например, можно ли переусердствовать с приправами? Есть кто-то, кто не может иначе, может только выражать свою позицию через эмоции. Кто-то, наоборот, апеллирует к интеллекту больше и к логике. Это здесь уже вправе выбирать наш зритель и наш читатель, чью программу он будет смотреть и чью колонку он будет читать. Здесь мы не можем сказать, что все однозначно будут любить того или иного журналиста. Они всегда будут узнавать, но могут его просто не переносить на дух. Мы же это с вами прекрасно понимаем. Поэтому я, например, сторонник более спокойной, более вдумчивой, более интеллектуальной журналистики, даже и в пропаганде в том числе. Потому что эмоции – это хорошо, но все-таки эмоции действуют не всегда, скажем, длительное время, и не всегда они воздействуют на всех одинаково. А на кого-то действует именно холодный разум. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании, отметил, что сегодня стираются грани между телевидением, газетой, радио, интернетом в том числе. И мы уже выступаем единым фронтом, в принципе. Так ли это?
Да, какая-то трансформация будет. И та же газета сегодня не может существовать только на бумаге, только в печати. Она, ну да, идет, условно говоря, она и в сетях, во всех мессенджерах пристально, но мы все-таки все равно пытаемся сегрегировать эту информацию. В газете больше аналитических материалов, более объемные материалы. Ну что мы можем дать Телеграм, условно говоря? Да, там какой-то минимум будет. Там мы будем, уже это наше место, в том числе и там. Мы есть в ТикТоке, в Инстаграме. Но это, но все равно без печатной версии, без основы газеты, без этого фундамента она не будет газетой. Что касается, скажем, про телевидение, я его в меньшей степени знаю. Но как бы да, вы тоже присутствуете в интернете, мне когда-то удобнее даже найти просто там уже и где-то что-то на Ютубе, какие-то старые материалы. Но все равно ведь классика телевидения, она все равно не уходит никуда. Она все равно есть. И все равно телевизор, еще не так много у нас людей, кто бы с кухни, условно говоря, убрал маленький телевизор. Хотя бы там, но смотрят. Ему телевидение есть применение, есть его место. И часть информационного пирога все равно останется за нами. Как бы там ни было. А насчет того, какие прогнозы, мне очень сложно их давать. Потому что сегодня, когда нам говорят, что все, газеты, например, нам говорят часто, что газета погибнет, но мы видим по ряду стран, газета не погибает, а наоборот переживает бум. И особенно региональная пресса. То есть все прогнозы, получается, на такого плана, они казались неоправданными. Удобнее тебе взять газету, ты возьмешь газету, удобнее с телефона почитать новость. Здесь тоже мы не будем уже такими ретроградами, чтобы говорить, что нет, это тебе не надо, а вот это твое. Тут уже вправе выбирать потребитель информации, повторюсь. А наша задача все-таки где-то и построиться под мнение тех, ради кого мы работаем. В завершение. Какие акценты в региональной журналистике вы бы расставили на сегодняшний день? На что мы должны ориентироваться? Чему следовать? Конечно, в первую очередь, объективизму в подаче информации, мобильности в этой подаче. Мы должны все-таки понимать то, что нет мелких тем, и, скажем, всегда с пониманием относиться к тому человеку, который идет, обращается в газету, и со своей темой, и со своей проблемой, которая, ну, основа наших ведь критических материалов на обращение к читателю построена. То есть все это вместе, то, что я перечислил, оно формирует доверие читателя, доверие зрителя. Удержать доверие – первостепенная задача. Будет доверие, все остальное приложится. Огромное спасибо. Будем надеяться, что это доверие у нас получится вызвать и удержать, самое главное. Спасибо. Сегодня региональная журналистика выходит не только на новый, более высокий и качественный уровень работы, но и на новый уровень ответственности. При всех наших ошибках и недостатках, не ошибается тот, кто ничего не делает, это действительно так. При всех этих недостатках мы должны видеть главное. Мы должны сделать все, чтобы не разрушить наш общий дом. Нам надо сохранить страну для наших детей, для наших внуков, для молодежи. Главное, чтобы мы были здоровы и мы сохранили свою страну. Главная цель вполне понятна, и журналистское братье, я не сомневаюсь, сделает все для ее достижения. Ну а в качестве оружия мы уже давно выбрали чистые мысли и правдивое слово.